Первым пунктом рейда стала площадка около детской поликлиники. Справедливости ради стоит отметить, что основной мусор, скопившийся здесь, это использованные бахилы, оставленные посетителями поликлиники. Но по их состоянию видно, что лежат они здесь давно. А значит, и уборка была неизвестно когда. Везде граффити, а в центре площадки кто-то совсем недавно грыз семечки. В общем, бардак. Вокруг площадки, но это же тоже площадочная территория, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы убирали все вовремя. Ну, когда грязь, конечно, неприятно. Сотрудники Госсанэпидтехнадзора зафиксировали недочеты и составили протокол. Адресат известен. Данная площадка находится на обслуживании у компании «Пресня-сервис», которая некачественно выполняет свои обязанности. Привлечем к штрафу. Стоит отметить, что с начала этого года данная компания уже 8 раз облагалась штрафами. Это несколько десятков тысяч рублей. А ведь она обслуживает значительную часть площадок в нашем городе, в том числе и площадку около дома 68 на проспекте Ленинского комсомола. Неудивительно, что результат тот же. Налить на покрытии и надписи с обвинениями. Новая площадка для воркаута. На ней используется современное прорезиненное покрытие. Правда, в случае падения приземляться придется на снег. Далее новый микрорайон. Площадка была сдана в прошлом году. Можно отметить, что она довольно популярна, однако мусора ни на территории, ни на газонах за ней нет. Данную площадку обслуживает управляющая компания «Южная Видная», вот, микрорайона. Нареканий к работе этой компании пока нет. Небольшие недочеты все же были выявлены в виде плохо очищенных дорожек от талого снега и образовавшейся из-за легкого уклона лужи. Впрочем, детям она стала очередным развлечением. На исправление замечаний у компании, занимающейся обслуживанием детских площадок, будет ровно одна неделя. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Видное ТВ.